Дорогие друзья, я определил, откуда берется свободная энергия и время у человека для оздоровления и творчества. Вот он находится в стрессе, а когда стресс снимается, а эти приемы мы покажем и с Оленом, и Шеллой на предстоящем вебинаре, и в этот момент, когда человек выходит на ноль, в этот самый момент, когда возникает безмятежность, в этом состоянии бесконечность времени, в этом состоянии даже за 5-10 минут столько открывается энергии свободной, которую он и может перенаправлять и на восстановление, и на решение ранее неподъемных задач. Да, и я покажу приемы, и Шейла покажет приемы, и покажем, как подбирать для себя тот или иной прием, как их сочетать. И, конечно, я покажу, как включать точки через кору головного мозга, без всякого физического воздействия. И будут включаться именно те точки, которые заинтересованы, то есть нужны в организме, по методикам внутренний доктор, да, которые сами будут включаться, потому что там специальный алгоритм. И вы это все получите. До встречи, друзья!